В социальных сетях с юмором отреагировали на очередную крымскую сказку о транспортном соединении Крыма с российским материком. На днях в ряде крымских СМИ появилась информация о предстоящем скором строительстве подводного тоннеля через Керченский пролив, который должен соединить порты Крым и Кавказ. В этих сообщениях говорится, что тоннель проложат на глубине 100 метров от поверхности воды. Также впервые названа и фирма, готовая строить объект всего за 2 года. Это «Иштехинвестстрой». Она также анонсирует начало работ уже в декабре. В Керчи якобы даже прошли публичные слушания по этому вопросу. В то же время оккупационные власти Крыма оказались не в курсе происходящего. Люди, которые приезжают, говорят, мы хотим построить. Я говорю, мы хотим. То есть давайте вместе строить. Начинаются слушания. Но как только доходит до того, покажите мне инвестора, где он вот сидит, то есть готовый. Пока что вот предметной организации, я имею в виду учреждения, которое занимается кредитованием или готовы вкладывать свои ресурсы в такой проект, я еще не видел. Представители фирмы, готовой строить тоннель, подсчитали, что его стоимость составит 122 миллиарда российских рублей. Однако уточнить, на каком основании она намерена начинать строительство, службе новостей «Волна» не удалось. У «Иштехинвестстроя» даже нет своего сайта в интернете, а телефоны, которые удалось найти, не отвечают. Откуда вообще появилось сообщение о начале строительства, неизвестно, ведь еще в прошлом году российские власти отказались от этого проекта. Изначально его лоббировали как альтернативный Керченскому мосту, как менее дешевый и более безопасный. Никто никогда не делал самого проекта и не знает, с какими последствиями там случится. Но на мой личный взгляд, это лично на мое мнение, мне кажется, что туннель это более эффективно. Однако в итоге российские чиновники пришли к выводу, что этот проект нерентабельный и остановились на строительстве Керченского моста. На этом и была поставлена точка. Теперь же тема вновь обсуждается в Крыму. И что немаловажно, крымчане верят в скорое появление тоннеля и его успех. Да, он, вот сегодня прям про него передавали. Ну, соединить, чтобы мы не были связаны с Украиной, чтобы мы были независимы. Там же ж надо было грунт проверить, возможно ли это или что. Хоть говорили, я это слыхал по телевизору, что тоннель дешевле. Нам обязательно надо. Значит, ввиду того, что Украина перекрыла отсюда ехать, а как людям добираться? Значит, нам мост вот так нужен. Не вот так, а вот так. В целом, крымчане, с которыми общались журналисты службы новостей «Волна», идею строительства тоннеля в Керченском проливе поддерживают в надежде, что он решит многочисленные проблемы, которые возникли на полуострове после его российской аннексии. И экономика больше будет, и жизнь людей улучшится. Я думаю, все будут рады, что будет легче с Россией общаться, что машин не будет стоять на переправе. Как видим, вера крымчан в светлое будущее с мостом и тоннелем через Керченский пролив сильна. Однако рано или поздно ей придется разбиться о реальность. Отсутствие инвесторов из-за опасений попасть под санкции и нереалистичность технической реализации этих проектов.